класс. Можете садиться. Мы начинаем с вами урок математики. Сегодня у ребят сложение двузначных чисел. Второклашки смело тянут руку, отвечают у доски и внимательно слушают своего учителя Александру Сергеевну. Такой же маленькой, сидя за партой, она вдохновилась этой профессией и твердо решила стать педагогом. У меня такая была всегда мечта быть похожа на своего учителя. И когда я смотрела на него, я понимала, что человек знает все. Это настолько удивительно, что мне тоже хочется быть таким же человеком, который будет помогать другим осваивать этот мир и давать знания. Мечта сбылась. Окончив университет, прошла практику в родной третьей школе и здесь начала свою карьеру. Уверенно и успешно. Уже стала победителем областного конкурса «Педагогический дебют» в номинации «Начало-начал». Поддержка близких коллег и ребят помогли преодолеть 3 непростых этапа. Эти конкурсы как будто, вот, знаете, моя стихия. Мне нравится испытывать себя, как бы это ни звучало, критически мыслить, пытаться в неформальной обстановке, в нестандартной ситуации посмотреть, на что я способна. И поэтому в данном конкурсе тоже такой был вызов себе. Современные методики обмена опытом общения с инициативными людьми вдохновили и теперь помогают в работе. В планах использовать полученные знания и практику в авторских разработках. Мне хотелось бы разработать что-то свое. Я сейчас в курсе современных методик образования, современных приемов, которые делают у нас современные педагоги. И мне хотелось бы что-то свое привнести, создать. Уже есть некоторые наработки. Стать ребенку другом, наставником и помощником в освоении знаний – главное в профессии учителя начальных классов, считает Александра Сергеевна. А горящие глаза малышей, их тяга к знаниям и активность на уроках доказывают, что вектор выбран верный. Полина Бахова, Андрей Безуглов, телекомпания «Одинцова».